Важной характеристикой, отличающих функциональные языки от императивных, служит свойство чистоты функций. Все функции в Haskell являются чистыми. Слово «чистый» означает, что значение функции полностью определяется значениями переданных в нее аргументов. Никакие другие источники данных не могут влиять на результат возвращаемой функции. Если мы хотим, чтобы функция откуда-то брала данные, мы должны этот источник данных передать нашей функции в качестве аргумента. Следствием чистоты функции является следующее свойство. Функция, которая не принимает ни одного аргумента, это константа. Посмотрим на пример. Определим следующую функцию. Тело ее – это сумма двух значений, 39,3. Ну и имя функции обозначает ту самую константу, которая получается в результате сложения. Такая функция всегда возвращает одно и то же значение, независимо ни от каких обстоятельств. Это верно для нашей простой функции, но на Haskell мы не можем определить функцию, не принимающую никаких аргументов, которая бы возвращала разные значения при разных вызовах. Здесь может возникнуть некоторый вопрос, а как же нам определить, скажем, функцию, которая возвращает случайные значения? Для этого в Haskell есть специальные механизмы, которые описывают нам возвращаемое значение в некотором контейнере, который зовется IO. Но про это мы поговорим позже. Пока важно запомнить, что любая функция, не принимающая аргументов, это константная функция.